Mi yn baldan y baldan o sicardegau, pam yl chwt ysdi. Fo nhw eisoi to dom sipoi dow. Rozdzach gae o sicardeg ma i uvonudar nisi bordore. Fala yn cygogan ia i rwnnw mochnol gwydicanam. Cadai mi yog sy'n mwchai ysdi zwnnw. Wad mon yn na chatal mar bojwyr yn mwfazifag canwt. Chwrs? Аставолмен рожурдинан аши диссоджи зоягуйт хай. Налгой могну мнис. Фала мам магазка сылгой макты зардама тыңдар фашав джейн. Манамо. Манан шау мазардава. Яды когнум кипрею. Хемазын гунт куду офтамайджи одам рогай пойдо кананч. Урысак там уалдой котчину. Охоргунд Пётр Александров от Бодмоев эсэ жаману сройдёны, язуно дун кустыты, ашы кардагыл бирафэсто. Юшыма дисок хобор, ашы духтыры тхай. Пётр Бодмоев фашор дидас ама сада оз. Сада оз жидайын, ройгурт фарт. Мама гаскауи дару улжурагу, шыштыр пойдо хасы. Ивон чойна нижинодан. Фала мох улна журдистам. Мы с вами попали на восточном склоне Згидского перевала в заросли Иван-чая обыкновенного. Иронном найна? Нет. Най? Нет. Ну, что о нем можно сказать? Что это, во-первых, великолепно декоративное растение. Мы видим, образует вот такие скоплением горные цветники. Во-вторых, ценнейший медонос. Например, в Сибири на Дальнем Востоке, где его заросли, обычно заросли формируются после пожаров, пчеловоды пасеки вывозят на заросли и собирают мед с иван-чая. Вот настолько он велик, первоклассный медонос. Вот такое это растение. И это же воды будет без бескосы. А, это дикие шмели, одиночные пчелы и так далее. Иван чай хойна. Фала же хойна кто дар орозынч. Наварны? Фышынчы олухузун боста, канынчы шахдатта, йогав, солотта. Вадайня билцы тайто содары сынч, ама яхаринак там и втоунч. Хуса хозану. Хер бира тазахджистым. Шикарда гисохам. Пойдойт там азион чинахасым. Фала я бал вертку на зуно, и вот шама союз. Растение очень лекарственное. Оно издавна использовалось как чай, приготовление чая. Во-первых, сушили верхнюю часть или только листья. Мануфтена? Да, с цветами. Иногда только листья собирали. Сушат, заваривают как чай. В царской России вывозили за границу. Вот именно лист иван-чая, он был предметом экспорта из России. В различных частях растений иван-чая содержатся такие вещества, как флавоноиды, кумарины, терпеноиды, органические кислоты, витамины различных групп, да, то есть очень богатый микроэлементный состав. То есть можно сказать, что иван-чай является довольно ценным сырьем для фармацевтической промышленности, в том числе для выделения отдельных групп индивидуальных веществ. И, в принципе, очень широко распространено его применение, в том числе и культивирование иван-чая. То есть его используют не только как в дикорастущем виде, но и выращивают для нужд фармацевтической промышленности. Как и все лекарственно-растительное сырье, есть требования к его умеренному применению. Офта. Эзохр гундодам алтингдар ванден. Дон сойм мадашны нест. Запах бывает сильнее, когда жаркая погода. А вот сегодня такой день с холодной погодой, да, ветер, немножко тучи закрывались, а в ночь дождь шел, поэтому запах
не очень у него. Но он еще вот цветет, а вот здесь бутоны, вот посмотрите, вот бутоны, а эти еще где-то через месяц, наверное, откроются только. Вот так он постепенно зацветает снизу, и цветение идет по метелке, по соцветию вверх. Урицекта ошикардеган и аминюджита хурзунанч, стеди пойдодар тинкенанч. Мамовтакасыма инодамтай истезунанчинетта кройсам, ваттар хурзучин. Кадоши кардагл ваша старый ворот, вад юкутток, вазар дулдорут. Кардаг бен жорл туна най. Уманама вадин ноз нол рзойджин. Амана кодыканан кавы, шорт конд мохул кайна оской джин ул. Нафадун таншин уот чистам, уй моха йорозгау. Thank you.